Пока, Руслан. Ребята, спасибо, если поможете. Давай, может, назад колесой туда. Да, у меня уже сил. Я первый раз в жизни участвую, уже охерел. Давай, спасибо. Сейчас опять разворачивайся и потихоньку. Ага. Не закрывайся. Яма.
спасибо. Бля, не заводится что-то. Спасибо. Это куда мне дальше? Вот, бери вот по прямой и справа, справа и вот, там, вперед. Ага. Туда и вниз сразу. Вверх. Можно тут съеду? Да съезжай, ладно. Заехал же. О, бля! Русик! Ой, бля, я не могу уже! Серый, возьми очки, пожалуйста. Давай. Ёб твою мать. Спасибо. Бля, Руслан, если ты меня слышишь, спасибо, короче, за этот геморрой, который ты мне обеспечил. Бля, косое бревно. Пиздец, у меня тут сейчас будет. А может и нет. Я же хитрый. Бля, какой здоровый. Ой! Нечто взломалось. Руслан, принеси мне клиренса. Мотоцикл запищал от того, как я на нем еду. Ёб твою мать.
чем связался с мотоциклами. Сейчас бы спал дома. А тут, бля, надо чекать всю хуйню. Ё-моё! Конечно! Не Б1. Я Б2. Бля, может мне не тут надо быть? Тут. Сейчас, давайте. Давай я тут. Я на ты, можешь? Да. Я тогда жопу буду. Упс. Нормально так? И печаль мою, и радость удали, надали. Я купил тебе на кладбище земли, корочка, как я. Первый раз в жизни. И, наверное, последний. Сейчас я заведу.
давайте отдохнем, я принимаю. Спасибо. О, бля. Вот тебе повезло. Сзади такой полен упало, так что. Бля. Пять наверх. Я там умер, бля. Я сюда не заеду. Так я там тоже еле-еле. Я захочу, не еду. Хотя мощнее хотя бы. Ой, блин, еще тут. Нифига, это вообще. С левой стороны все заезжают, ну, вот на более. С левой стороны. Воу! Тут такая же херня. Что там снимать? Не упала она. Не горит. Только, пожалуйста, не врежься. Вот он. Мотоцикл. Я, блин, не знаю, как сюда заехать. У меня нет сил. У меня уже трясутся руки. Тут все сидят. Никто не может заехать. Руслан, ты, блядь, где? Где тебя носит? Где обещанная помощь? Вот так вот, короче. Не знаю. Может съезжать. Или еще попытаться. Красиво, конечно. Можно еще попытаться. Ну вот там вон все стоят.
там вверх по горе. Руслан будет идти с Надькой в красной куртке. Да, да, Руслана с Надей найди. Наташа знает, как выглядят они. У Нади бордовая куртка, я уже проехал горки с другой стороны. Бордовая куртка, а ты в чем? Я в салатовой байке, майке. Нет, такой. Ничего. Хорошо, погнали. Да, давай. Трындец, товарищ. Алло. Ну, где? Наташа, лучше, чем плохо слышно. Найди Руслана. Я не могу разговаривать по телефону. Позвони Руслану. Я где-то. Руслана, дальше что? Найди Руслана. Все, не могу по телефону разговаривать. Я еду, ну. Давай. Где-то в эндуро-парк, там интереснее будет. Ну, да, но только мы очень далеко от него. Я помощь тоже. Помощь нужна, мы слушай, можем я помочь. Думал, ты финишируешь. Я за тебя болею, 222-й. Я вообще первый круг даже не проехал, если честно. Серьезно? Можем вы... помочь? Можем толкнуть там? Вот сейчас, если не получится, я попрошу. Мы вы подойдем. Даже не представляете, как это сложно. Это просто какое-то... Я просто она катает, мы представляем. Это... Спасибо. Да, Серый, ты... Это я заебался, пока дошел. Я не представляю. Там мужик стоял, бля, вообще, подожди, блядь. Подожди, призовые, половина наша. Да, мы столкнулись. Да, бля. Кончено. Да чтоб тебя. Ой. Я уже просто сил нет. Верю. Ой, я поеду. Я просто обессилен. Точно? Я думаю, должен. Водички? Ой, если есть, Кира, я прям. Водички дай, пожалуйста. Я прям. Ой, гигантское спасибо. Сигаретку, коктейль. Я даже сниму шлем ради такого. Ох.
Вообще ноль. Я считаю, первый круг еду. Ничего страшного. Главное до финиша доедете. Скоро финиш будет, не волнуйся. Скоро уже? Уже да. Финиш, 2 часа вы мордуете. Доедете. Да, спасибо. Все. По дороге. Передача. Там по дорожке. Даже да, на первой передаче переехали. Не правильно. Спасибо. Так замучился. Я вон руки постирал в кровь. Я про ноги вообще молчу. Я не знаю, что с моими ногами там. Бля, это так сложно, это просто. Я не ожидал. Это вообще понимает? Да. Там такая будет видео.